Слушайте, проект не подавался, проект не согласован. Людей много, хай... Тогда пусть архитектура выступает инициатором против реестрации декларации в связи с тем, что не выполнены условия. Давайте вместе с юристами, с архитектурой выпишем аргументы для областного этого. Кто вас заставил подписать? Хорошо? Да. Кто вас заставил подписать? Чого ви собі не поставили та станції, не ставите хатою? Чого ви не робите бардєті і сапер приїхати, га? За скільки грошей ви взяли? Вас хто так навчив? Скільки вам заплатили взяти? Це буде лучше то. Ви так собі зрадите не підписали. Ілі притушили, ілі в карман положили. На якому основанні ви підписуєте документи? Ви що, хочете всі, ви подивіться, що за свою станцію, ви що робите? Вона в кабінеті під... Що ви робите? Проект не підписав. Проект не подписан, вам сказали. Почему никто не согласовывает? Смотрите, есть человек, которому вы доверяете? Кто заставит подписать? Есть, он проверит. А мы за ним? Да. А мы за ним? Чтобы знали, тут ни одной не будет машины, будут гореть машины вместе с людьми. Потому что мы не дамо этого делать. Они, я не могу столько детей, тут столько всего делать, такую бардянку. А то санкцию сразу не можно придумать. Тут технология на эти базы, правда, 23 года. Не положено ни в этого подостанции заправка, понимаете? Мы уже не говорим про это. Да. То зачем вы хотите нас травить этим? А она молода, она нас выписала под хату эту станцию. Есть представники из инспекции благоустройства. Где они?